Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, Всадники и Олуха. Ну что, давай посмотрим, что у нас сегодня есть. Вообще, есть ли что-нибудь? Ты посмотри, я когда прихожу, ребята, у нас сразу же событие есть, но оно недоступно. Слушай, подготовка авиапатруль. Я что-то такого события не помню, если честно. Что еще за авиапатруль? 9 миллионов древесины. Так, подожди секундочку. Мы хотели без зубика. Насколько я помню, он у нас по заданиям где-то должен быть. Вот, громкого шепота нам надо поискать в трясине. Пускай летит. Это разве дикий шоп? Подожди. А, какой громкий шепот, ё-моё. Скальскопиева, надо найти в громком шепоте. Шепот — это локация такая. Все, пускай тогда летит. Искать этого Скальскопиева. Так, тут 15 рун получили. Я вот сейчас сижу и думаю, зачем я, ребята, снимаю эту серию, если у нас... Если у нас сейчас ничего здесь нету. Ну, я в плане того, что мы даже с тобой ни событий, ничего. Просто так на аренку, если только сходить. За паком Одина. Так, изучи волну. Так, у Барсика что там? Элит. Ну, давай бесплатно. Так, у Кривоклыка что тут? Ага, 3 кувшина. Дадут они тебе железо, конечно. Так, путь сморкалы. Блин, ну и награда. Естественно, не дадут мне блестящий янтарь. Ну, тут дураку понятно. Не очень, конечно, мне нравятся наши награды. Так, 4 блестящего янтаря и... Так, я смогу заказать? Опа, и постоянно 4 янтаря. Блестящих я могу заказать. Это что такое тут? Какие-то фрагменты мы с тобой собираем. Так, отказываемся и забираем вот эту вот брошку. Ну что? Опять ты вот начинаешь, игра, ну? Как ты меня вот в этом плане вымораживаешь, а? Именно когда начинаешь перемещаться по карте, вот это вот... Несуразица получается. Давай, лети. Тоже полетел. Так, ну давай. Древесина есть, мы его отправляем. Этот пускай за рыбой шлепает. Тоже за рыбой. Ты тоже за рыбой. Так, ты за древесиной. Так, ну что тут у нас? Древесина. Так, за рыбой. Прекрасно. И тебя за рыбой. Хотя громилёда надо бы уже прокачивать. Но опять же, ребята, дело все в ресурсах. У нас их не так уж и много. Вот посмотри, вот игра сама идет нормально, ребята. Но вот как вот двигаешься по карте, именно перемещаешься, ну это какой-то бред просто. Лети давай. Так, а у нас с рыбой проблема, да? Да не ори ты там, господи, разорался. Ну что-то там мне... Так, кто б сомневался? Постоянно ты это яйцо... Блин, его надо прокачивать, чтобы он давал уже другие задания, а? В конце концов, заколебал. Так, давай мы, наверное, откроем с тобой пак бесплатный. Стеголов, древоруб, шторморез. Так, они хотят, чтобы я скинул. Так, это экзотический кипятильник. Он меня не интересует. Вот этот мне нужен. Давай, лети, тренируйся.
Когда я им начну уже рыбу собирать, а? 125, может быть, отправить. Давай отправим его за железом. Напоминаю, ребята, 5000 там с небольшим нужно железо, чтобы прокачать одну лишь мельницу. Одну. А их нужно нам прокачать две. Так, заберем награду тогда здесь. Мне как раз хватит. Что это за курочка такая, а? Жирная какая-то тканевая курочка. А, пасхальные яйца. Ну, тут они называются сладкие яйца. Ну, я понял. Подготовка к Пасхе, одним словом. Так, а здесь у нас что? Блин, тут у нас древесины немерено еще. Ну, если древесины немерено, значит, мы можем отправить... Постой, а кого мы можем отправить, если у нас и так все... Все идут на сборки. У нас нет, ребят, больше древесников. К сожалению. Древесников больше нет. Я имею в виду именно тех, которые бы... Пойдешь? Полетел. 196, я не смогу с ним ничего сделать. Вот. 289. Модификрылку. Сколько у нас получается? Она, ребят, на следующем уровне вообще ничего нам не приносит. Смысл тогда ее качать? Так, по статуям. А, нет, оборона олух — это фигня. Типа шторморез. Типа костолом. Нет, я пока не буду здесь тратиться. Ну, нет смысла, друзья, просто нет смысла. Редкий пак, насколько я помню, у нас здесь, да? Так, шторморез, древоруб, кошмарный пристеглов, водорез, острозуб и сарделечка. Ну да, мы можем с тобой пойти и набить один пак вождя. Один пак вождя и один пак на открытие. Я думаю, это будет нормально для нас. Так, ну что, давай тогда наших легендарок проверим. Так, осетрину дал. Теперь давай этого. Ныряй. И нам нужен наш травоядник. Дает на этот раз нам листочек. У нас рун 3751. Если посмотреть, ребята, на новую локацию, то какая это будет? Вот это вот 5500. 4500, это уже ближе, ребят. 4500. В принципе. А вот здесь, например. А, тут уже по викингам. 6400, да? Ну, получается, нам надо будет в любом случае с тобой расширяться. И никуда ты от этого не денешься. Так, Виброн, а что ты у меня постоянно сидишь, а? Полетел за рыбой. Премиум дракон, блин, и сидит, дурака гоняет. Хвостояр то же самое. Иди давай. Так, ну это громобой, от него толку мало, пускай там сидит. От буйволорда, в принципе, тоже так себе толку. Крылатый страж. Понятно. Академку надо расширять. Крылатый ужас. Ладно, здесь уже все, друзья. Здесь уже нам ничего не сделать. Давай-ка мы плавненько с тобой, наверное, перейдем. Сделаем три поединочка. Заберем пак вождя. Ну и, в принципе, на этом будем закрывать. Просто комменты читаю там. Рэй, где драконы? Давай драконов. Ну, я и думаю, сейчас поиграем в драконов. А тут, видишь, ничего у нас и нету. Событие будет доступно только через 2 дня. Как раз, когда я пойду на работу. Как всегда.
Так, ну что ж, давай начнем, наверное, с этого хлама. Да блин, я хотел вообще-то ударить. Он взял его, просто кусанул. Ладно, фиг с ним. Кривоклык куда будет? На Барсика? Хе-хей. Промашку дал. Вот это плохо. Нифига он вжарил, прикинь. На пол хп плюс замедляшка и... Зашибись. Ну-ка давай так. Наверное, сюда бомбанем. Да ты заколебал уже всех тут гнобить-то. Блин, пониженная атака. Что сделаем-то? Че, Барсик не добил. Так, хорошо. Да, мы хернемся. Мы сделаем отхил. А добить сможешь? А, кривоклык. Отлично, прекрасно. Ну, давай попробуем здесь размотать. Начну, наверное, вот с этого партизана. Хотя нет. Вот с этого. Иначе сейчас опять начнет морозить. Блин, пониженную броню сразу влепил. Это сейчас... Ну, конечно же. Куда он будет? А это сейчас еще и добьет Барсика мне, да? Гаденыш. Просто гаденыш. Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Здесь добьем. Здесь... Ага. Я все время смотрю на кривоклыка, думаю, что мы будем ходить, но нет. Поехали. Сделаем так. Через отхил. Вот так. Пониженная атака. Плохо. Это вообще ни о чем. Ой-ой-ой. Нормально. Живем, ребят. Да все, все, все. Кривоклык. Кто тут один остался, тебе шансов выжить ноль. Минимум. Да какой минимум? Ноль. Все, хана тебе, парень. Тебе никакое чудо здесь уже не поможет. Так, друзья мои, последний поединок, судя по всему. Так, Роза. Давай, наверное, сюда бомбанем для начала. Ну, в принципе, змеевик все, ребят. Он свое отыграл. Роза промахнулась. Вот так вот. О, как ты делаешь. Ох ты, жук. Уберем отсюда. Ну, Розе, в принципе, все, ей край. Да ты заколебал, а? Вот так тогда сделаем. Я просто, ребят, немножко удивлен, что Кривоклык тратит на способность щита. Обычно он всегда атакует, а тут... Ты посмотри на него. Так, ребят, ну что, выпал мне обычный арендовский пак. И вот он, пак вождя. Шторморез, Престиголов, Древоруб, Чудовище, Громыль, Вострозуб, Громобой и Кривоклык. Вот такая у нас командочка выпала. Ну что, вроде бы все, ребята, на сегодня у нас получается. Мы все сделали. Все нашли, все собрали. Всех отправили. Тут у нас древесина уже, как говорится, дофига и больше. Ну, я не знаю, надо будет начинать следующую серию с того, чтобы куда-то потратить ее. Куда ее потратить, я пока не знаю. Ну, в принципе, почему не знаю. Сразу за железом отправляем и все, ребят. Драконы будут собирать железо. Резьба хвост. 13 уровень. Да, академку надо расширять. Ну что, ребятушки, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр.
И до новых скорых видосиков. Удачи вам!